Всем привет! Рад приветствовать на другой жизни. Смотрите, какой замечательный осенний денек выдался. Как вы думаете, куда мы едем? Правильно, за чудесными оранжевыми таблетками, которые мы оставили в тот раз. Таблетки от жадности. Таблетки от жадности мы их назвали. Посмотрели, колеса от трелевочника ТДТ-55. Пока две штуки. Мы не можем их не забрать, хотя мы особо-то, ну, как бы пробуем только чернинку-то, ну, так, прихватывать. Но такую чернинку не прихватить – это грех. Пробиваем дорогу сейчас, пропиливаемся. Было бензопилу брать, а у нас только чудесная японская хрень, которая, кстати говоря, огонь. Вперед за колесами, а потом за всем остальным. Погнали. Так, все, друзья. Друзья, забазировались. Сегодня светло, хорошо, вот мы их тут приныкали. Это раз. Сейчас будем доставать. И где-то мы в елочках заныкали второе. Пойдем искать. Только не помню где. Было темно. И я ни хрена не помню. Вон, да, вон она. Сейчас покажу. Короче, посмотрели, каждая весит что-то 92 килограмма, что ли. Да. Вон она. Мы его спрятали, откопали и спрятали. Оп! Вот оно лежит. Сейчас закинем. Тяжелое. Но у нас для этих целей есть хайджек. Еще самое. Короче, здесь надо пройти с прибором, потому что здесь это все вырубка была, насколько я понимаю. Вот это, колеса, это была вырубка. Колеса здесь это валяются. Где-то здесь куча банок была, я не помню. Ну, мусор. Тут же мы находили ложное витое. Кольцо до Бангол, еще чего-то, потому что вот там на горе все тоже это было. Чуть выше, да. Крест 15 века, здоровый килевик такой с полладони с моей. Короче, ну здесь тоже надо покрутиться, трава легла практически везде. И я, кстати, сейчас очень отчетливо вижу, что вот гора спускается, да, и вот там опять чуть-чуть, ну тут как ложбина какая-то такая здесь, лощина сонная. Лощина погибших трелевочников. Во. Все, ладно. Таблеток от жадности, да. Ну здесь, наверное, и пошастаем. Кстати, посмотри, какая горочка интересная. Вон там впереди. Ну она такая, как вот наверх чуть поднимается. Мы с тобой там уже ее исходили. Я не помню. Все, начинаем процесс эвакуации. Не только таблетка от жадности, но, скорее всего, еще что-то. Да. Это уже не 92 килограмма. Тяжелая, неудобная штука. У нас тросов с собой нет, есть только хайджек и крюки. Не получается его затащить прямо в багажник, он же высокий. Решили, а почему бы не снять ее, собственно, с самой ступицы? Интересно, открутится или нет? Взял трещотку. Сколько в земле пролежал, я не знаю. Смотрите. И пальчиками потом. Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик. Вот это делали на века. Сколько оно здесь провалялось под снегом, дождем, в грязи.
и откручиваются, по сути, пальцами. 35 точно. Смотрите. Это минимум. Ну, может, не 35, черт тебя знает. Единственное, так... что тот, который внизу, сейчас придется... Сейчас будем как-то добираться, не знаю. Продолжаем разбирать колесо. Таблетку отжаться. Со стороны этого. Чтобы вы понимали, гайки вот эти регулировочные. Молотком стронул, рукой открутил. Устройство спарки ТДТ 50-55. Практика в лесу. Там еще до хрена всего. Не разберем. Тут уже надо чем-то ладно. Давай смотреть. Поднимать и перекувыркивать его туда. Вариантов других нет, ребят. Замечательное хобби. Худеем вместе. Да. Сказка. Давай. И с нарушением техники безопасности. Нет, почему? Ну, конечно, поднимайся, надо еще зацепиться за ногу. От жадности. Нет, тут заберем. Видит око, да зуб не имет. Ну что, друзья, решили одну оставить, так и оставить до завтра кувалдой, попробовать выколотить ее оттуда. Что я не знаю как. Одну закинули. Все. Сейчас покрутимся пару-тройку часов по старине. Машину я сейчас отсюда выгоню. Что заезжали, мягко говоря, в притирку между деревьев. В темноте будет потом не очень удобно. Сейчас вперед сдам жопой между деревьями. И вот сюда на колею встану. И, ну и все. И пойдем походим еще. Мы, конечно, балбесы. Пошли, короче говоря, прогуляться сейчас здесь по хуторку. И нашли, сейчас все покажем. Камеру я не взял, балбесы. Мы ушлепали с хуторка через вот это вот, где по борщевику мы заезжали, и там леснинка дальше. Первый сигнал, второй сигнал, просто вот в леснинке в такой. Сейчас покажу, что нашли, неожиданно. А где это кракозябра-то? На монгольская. Сейчас покажем. Короче, там нашли трояк. Последнего чекана сейчас фокусируется. Темно уже. О, плохо видно, но он более-менее сохранившийся. Конину. Здесь на холме нашли вот такую хрень. Очень сложно сказать, что это такое, но это оттуда. Как бубенчик, что ли, какой-то. Угу. Непонятно. Ну и вообще, банка. Там тоже вот на границе. Банка оказалась... Вот такой зачетной вещью. Сейчас темно. Смотрите, я еще коцнул по ней. Она гнутенькая, но целая. Все зацепы на месте. Прям сверху валялась. Вот. Короче, вечер уже. Походили свои там несколько часов. Одно колесо я показывал, мы забрали, второе оставили. Завтра с утра берем кувалду, газ. И попробуем что-то с ней сделать. Вот. И после этого чуть-чуть тоже походим. Здесь же, может быть, попробуем пробить вот эту сегодняшнюю дорогу, которую мы нашли нечаянно. Причем их на карте нигде нет. Вот. Ребенок обрадуется. Это да.
если ее выправить аккуратненько. Ну, попробуем. Короче говоря, не переключайтесь, дальше продолжаем. Он так там скакал. Ну что, друзья, доброе утро. День номер два. Приволокли кувалду. Будем попробовать выбить. Гайки открутили. Остался подшипник. Подшипник конусный. Сейчас погреем, чем можем. Другого газа у меня все равно здесь нет. Хотя бы так. Ну, отжечь всякую хрень. Конечно, здоровый бы отстелен кислород. Здесь можно вообще все это вырезать. Маслица дымится, кипит. Давайте бахнем. О! Ничего не происходит. А, выбивается. А куда она нахрен против Маши? Есть. Пошла. Я знаю, что пошла. Ни хрена тут шлиц. Все. У-у-у! Ну все, ребят. Грузимся. Машинку оставляем здесь. И идем на один интересный хуторок, который мы обнаружили на карте. Это не хуторок, а холмик. Холмик, будущий хуторок. Вот. Который мы обнаружили на карте. Так, изучая вчера местную местность. Местную местность. Вот как-то так все получилось. Это хорошо. Потому что эту штуку я один поднимаю в машину. 92 килограмма. Ну, по идее, для железа, конечно, с моим пупком, надо бы, конечно, какой-то пояс такой. И тогда можно тягать. Ладно, погнали. Фу, отдышаться не можем, Люб ходит. Все, в домике. Тяжесть, конечно, несусветная. Колесо-то нормальное я закинул, оно удобное. Блять, я извиняюсь, а эту еле затащили. Она столько же, наверное, весит, сколько и колесо. Все, ладно, в домике. Сейчас собираемся и идем гулять по лесу, потому что нам после обеда в Москву уезжать. Черный, цветной. Вот так вот это происходит. Гайка. Гайка? Не, пробка. Черно-белый коп. Черно-цветной коп. Историческо-металлический. О! Коп историческо-металлический, точно. Еще что-то. Блядь, что-то пробок-то тут. Ну здесь и пробки, и домонгол. Тут все в перемешку. Это кричащим археологам привет про культурный слой. Стопудовые пробки. Какой нахрен культ? Они здесь это, нехило приударили? Не, ну они подбухивали, когда эти траки меняли, наверное, катки. Коп металлическо-исторический. Здорово. Началось все с 11-го.
началось все с 11 века. С находок 11 века. Началось сюда. Мы спускались несколько лет назад вот с этого холма, вот здесь вот, ну, вот этой вот просекой. Спускались здесь, ну, бугры такие, все остальное. Сигнал фольговый. Ну, думаю, ну, наверное, фольга. Достаю лужновитое кольцо, думаю, о как. И пошло, мы вернулись, вот эту вот холминку били. Крест 15 века. Да, 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 подальше нашли крест, ну это я говорил в начале ролика. Я сейчас... не поняла. Что-то не поняла. Пуля, что ли? Или что это такое? Шарик. Из-подшипника, что ли? Не пойму я. Что такое? А, это пуля сплющенная, господи. Ну да. Вот, так вот мы ее и нашли. А потом уже решили посмотреть чернину после траков. Когда траки там нашли на вырубке, думаю, давай здесь посмотрим. И наткнулись вот на эту таблетку, на одну из них. Ну такой грех не забрать. Блин, ну их только две, а на самом деле их на траке. Шесть? Восемь. Плюс звезды. По-моему, восемь. Сейчас фоточку прикреплю. Трелевочник. Кто не знает, что такое трелевочник, трактор, рассказываю. Трактор гусеничный для трелевки леса. Конечно, я прикололся. Лес он таскается частичной погрузкой. То есть лесорубы рубят, ну, валят деревья. А он с такой, ну, я прикреплю фотку, посмотрите, на него частично грузится бревна, и он их вытаскивает к лесовозу, который уже загружает на себя. Ну, или к этой, к стоянке непосредственно. Все, ладно, собираемся. Поход. Все, двинули мы в сторону холма. Сейчас спускаемся вот вдоль вырубки. Вниз уходит дорога. Но здесь, там чистые посадки, вот мы прошли, где железо сейчас копали. А здесь лес такой, более старый, начинается вниз дорога, ну как бы уходит ландшафт. Потом поднимается вверх. И вот такая штука. Только что я обломал, это что-то старое, то ли пряжка. А, точно. Пряжка, да? Да, это второй. Давай соединим. Я ее, похоже. Я ее лопатой бахнул. Да. Какая-то... Пряжка. Скажу. Старенькая, я ее сломал. Такая вот. Интересненько. Ну, здесь ходили, здесь везде где-то что-то вот... Я имею в виду не при царях Александрах и Николаях, а раньше гораздо. Вот. Вон. Такая вот штука это была. Пытались посмотреть, что мы вчера за письку нашли, пока непонятно. Ну, это какая-то украшалка. Какая-то украшалка, как бубенчик, звенелка, что-то такое. Так, вот такой у нас ландшафт. Мы идем вот туда. Ох, елки-палки. Чего? Это что у тебя там? Остатки прежней роскоши. Ну, пусть будут уже. Ладно. Сколько они здесь пролежали? 3 недели? 2. Да. Так. В итоге, что мы имеем? Имеем мы, собственно, холмик. Чего ты? Давай. Холмик. Вот он начинается, но он более заросший. Она не горячая, он теплый. А вот, собственно, край оврага. Вот он идет. Уходит, уходит и уходит на поля, на которых мы находили то, что нам надо. А дальше и хуторки еще начинаются. Сейчас покрутимся на этом возвышении. Вот наверх поднимается, да. Вдоль поля. Пока больше ничего интересного. А, ну вот, откопал. Лежит. Коса ржавая. Советская. Ну или около того. Советская. Пьем чай. И ползаем. Времени у нас, к сожалению, на этих выходных вообще ни о чем. Ну и так дали. Пряжку дали, письку дали. И 3 копейки. Ну, 3 копейки дали. Ну и что? Ну, время еще у нас есть, 3 часа. Господи, как в лесу зашибенно. Вы бы только знали. Вы себе не представляете. Мракобесия уже нет практически никакого. Тишина. Тишина. Солнышко. Да, солнце прохладно, не жарко. Ползай хоть вечно. Дай бог в ноябре все-таки получится на несколько дней всей командой выехать, полазить. Очень хочется на это надеяться. Сима, Чесаня, вам привет.
Надо вас вытаскивать. Надо вас вытаскивать. Да. Короче, вот такая красота, а мы идем дальше. Пить, чай попили. Берегом оврага прошли, ничего нет. Там заросли. Листопад, как дождь прям. Осень в правах в своих. Шли, нашли такую поляночку с накатом. Здесь леснинка, вот. А там дальше дорога идет проезжая. Но сюда въезда нет с дороги. То есть откуда-то оттуда она приходит. И нашел я там вот этой леснинке пломбочку. Прочитаем вместе. Матвей Мельяков. Имперская. Видите, орел. Хм, интересно. Но дорога здесь была по карте. Вот так вот она шла параллельно. Правильно, современный. Господи, язык заплетается. Либо где-то вон там в кустах шастает. Хм, посмотрим. Уходим с этой полянки. Сейчас какой-то дядька шел прям параллельно нам куда-то туда. И ушел. Без всего, без рюкзака, без пакетов, без корзинок. И там нет ни хрена. Че он туда пошел-то? Может, у него пакет в кармане. А мы уходим накатиком направо и к машине. Время заканчивается. 15 копеек, 91 год. Но это вообще бомба. До ГКЧП. Да, чуть-чуть. Вещаем от машины. Доползли мы. Сделали крюк, я посмотрел, в 2 километра. Дошли до этого холма. Но, ой, ах. Ничего там обнаружено не было, кроме косы старой. Вот такой вот поиск старых поселух. Они же не на каждом холме далеко выстреливают. Все абсолютно нужно просматривать. Рядом с водой, в том числе и с болотами, которые, как я много раз говорил, могут, да и зачастую, были озерами когда-то, там 500-700 лет назад. Овраг, берега оврагов тоже обязательно нужно смотреть. Вот всякие такие места. Желательно с возвышением. Карту высот смотрите, ну или визуально. Ладно, что мы? Воздухом мы сегодня надышались сполна и вчера. Хотелось бы больше, но, к сожалению, у нас очень мало времени было на эти. Когда придумают телепортатор? Телепортатор? Ну, когда-нибудь придумают. Но это тогда неинтересно будет. Прям с кодом доступа. Поселуха 11 века. Так, забили такой, где-то в лесу телепортировался. Думаю, вот она. Нет, это скучно и неинтересно. Не для нас. Короче, воздухом надышались. План по железу выкопали. Еще два по полтрака притащили. Всякие железки там по ходу собирали. Ну, килограмм 250, наверное, есть. И вчера 92, ну сотка. 350. Нормально. Копится понемножечку. Проект «Синий УАЗик». Все туда пойдет. Так, находок вообще у нас немного. Все видели. Раскладывать там особо нечего. Че, пряжку нашли. Имперскую. Никогда не поднимали. Вот сколько копаем. Первый раз. Монета. Писька. Подвеска. Будем смотреть, что это такое. Если найдем, то вы уже видели в видео, скорее всего. Что еще? Пломба, ну вот это имперская. Да и больше. А, ну советики какие-то. Ну это там, короче, как-то так. Коп исторический, металлический. На этом считаю оконченным. Всем спасибо за внимание. Всем здоровья. И пока.